Славянское радио. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях: что было, что есть и что будет интересного, находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве на ВДНХ проходит традиционная выставка-ярмарка для любителей работы в саду, на которой можно приобрести сельскохозяйственную, садово-огородную, дачную и приусадебную продукцию. На дворе апрель, а это значит, что совсем скоро садоводы и огородники начнут выезжать на загородные участки, чтобы с упоением предаваться работе с землей. Подготовиться к летнему сезону им предлагается на выставке «Обнови свой сад», где представлена вся необходимая продукция. Здесь продаются семена, саженцы, удобрения, теплицы, инструменты, системы полива, садовый декор, дачная мебель и многое другое. Помимо этого, посетители могут познакомиться с достижениями селекционных научных центров, принять участие в мастер-классах, лекциях и семинарах. Место проведения выставки – павильон номер 69. Выставка работает до 21 апреля. Время работы с 11:00 до 18:00. Адрес ВДНХ – проспект Мира, дом 119. Ближайшее метро – ВДНХ – выставочный центр. В Екатеринбурге в Центре международной торговли начнет работу 8-я ярмарка народных промыслов «Иван да Марья». Как и в прошлые годы, это событие станет не только культурным и духовным праздником, но поистине широким народным гулянием. Мастера, представители самых разнообразных ремесел со всех уголков России приедут в Екатеринбург, чтобы познакомить Урал со всем многообразием неиссякаемого источника народного творчества, историей страны и ее самобытностью. Посетители ярмарки смогут не только увидеть уникальные произведения рукотворного искусства, но и просто весело провести время. Здесь найдется на что посмотреть, что попробовать и чему поучиться. Посетителей ждут традиционные изделия различных течений шитья и вязания, чеканки и выжигания, уникальные авторские украшения из металла, камня, самоцветов, дерева, тканей, керамики и бересты, необыкновенные музыкальные инструменты с почти забытыми названиями – варганы, колимбы, окарины – зазвучат в руках искусных музыкантов. Виртуозы поварского искусства предложат всевозможные лакомства – свежеиспеченный хлеб, фермерские чистые продукты, крымские ароматы, гжельские сервизы, хохломские доски, шкатулки палиха, поющие чаши Тибета и еще более 40 разделов ярмарки обещают неповторимые ощущения для всех 5 органов чувств. Впервые в выставке примут участие мастера-косторезы Уэленской мастерской, которые приедут с Чукотского полуострова и привезут уникальные работы возрожденного древнего искусства чукчи и эскимосов. Ярмарка продлится до 18 апреля. Адрес: город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 44. Продолжим артефактами земель славянских. Сенсационные находки всероссийского масштаба обнаружили в Вязьме. Раскопки начались 12 марта 2017 года и уже дали уникальные результаты. В небольшом раскопе площадью около 30 метров в течение 15 дней сокрытая история Вязьмы открывала свои тайны. На дне раскопа нашли следы древнего огорода с лесной дерново-подзолистой почвой. По словам археолога Николая Кренке, рядом с огородом был обнаружен угол сруба. Это самая первая постройка на этом участке и, возможно, древнейшая постройка Вязьмы, известная на сегодняшний день. Бревна сруба сохранились хорошо, с них сделаны спилы, и через некоторое время мы узнаем дату его постройки. Рядом с огородом обнаружили фрагменты керамики. Позже, по предварительной версии археологов, в XIII веке произошел пожар, и все сгорело дотла.
После пожара на этом месте снова поселились люди, и в новом пласте культурного слоя, относящемся к XIII веку, были найдены деревянные орудия сельхозназначения для обработки льна, чесала и трепала, которые сохранились почти целиком. Кроме того, культурный слой сохранил бронзовые и стеклянные браслеты с перевитием. Как пояснил Николай Александрович, такие браслеты характерны для начала XIII века и привозились в Россию из Византии. А в XIV веке опять случился пожар, и снова все сгорело дотла. В конце XV – начале XVI века на эту землю вновь пришли люди. Они ничего не подозревали о жизни своих предков и по-новому планировали и строили свое жилье. Исходя из того, что поверх недавнего кладбища вскоре были поставлены новые срубы и настилы деревянных мостовых, можно предположить, что до XV века крепость все еще могла оставаться довольно неустойчивым поселением, и на какое-то время жизнь ей полностью прерывалась. Потому что про кладбище с почетными захоронениями могли забыть только при условии утраты преемственности поколений. Предварительные выводы Николая Кренки таковы. Культурный слой соборного холма представляет собой большую историческую ценность. Его информационный потенциал огромен, но еще не раскрыт. Необходимы дальнейшие археологические исследования, но их продолжение будет зависеть от заказчика строительных работ. Сегодняшние работы еще не полноценные раскопки пятна грядущей застройки. Это лишь небольшие разведочные работы, открывшие только 8% площади будущего котлована. Однако уже выяснилось, Вяземская земля хранит в себе такие эксклюзивные находки, которые не всегда встретишь даже в главных центрах российской археологии – в Новгороде, Рязани, Смоленске, Москве или Пскове. Некоторые фрагменты керамики, найденные в раскопе, по словам Николая Кренки, могут принадлежать и к более раннему периоду – X-XI векам. И для того, чтобы это доподлинно установить, нужно исследовать хотя бы несколько сотен квадратных метров древнего культурного слоя. В Киеве уникальные археологические находки под Почтовой площадью оказались под угрозой уничтожения. Такое заявление сделал директор Подольской археологической экспедиции Михаил Сагайдак. По его словам, работа археологов не финансируется. Как отметил Сагайдак, от инвестора строительства, который по закону должен финансировать работу археологов, четвертый месяц средств не поступало. В то же время возведение торгового комплекса значительно ускорилось. Мы переживаем, что находки из-за этого могут быть разрушены. Древнюю улицу времен Киевской Руси раскопали еще весной 2015 года. По мнению археологов, деревянные постройки здесь были возведены в XI-XII веках. Одна из них могла быть мастерской по изготовлению женских украшений из стекла, так как в ней нашли свинцовую смесь, которую использовали в таком производстве, а также куски женского браслета. Известно, что во времена Киевской Руси Подол был кварталом ремесленников. Историческая уникальность находки 2015 года заключалась в том, что площадь Подола в старину оказалась значительно больше, чем ранее считалось. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 18 апреля в Москве состоится открытие 10-го международного детского вокально-хорового фестиваля «Светлая седмица». В праздничном концерте торжественного открытия выступят лауреаты и гости фестиваля разных лет. Вас ожидает встреча с ансамблем «Русичи». Будет показан детский музыкальный спектакль «Орфей и Евредика». В исполнении обладателей гран-при фестиваля «Светлая седмица» 2015 года Школы искусств детского музыкального театра «Город Реутов». На открытии выступит ансамбль гусляров «Многолетие». Обращаем ваше внимание на то, что на открытие фестиваля можно попасть только по пригласительным билетам. 19 апреля концертный зал музея Скрябина радушно примет участников конкурсной программы академического вокала и вокально-хоровых ансамблей. Программа пройдет с 12.00 до 18.00. Адрес концертного зала – Большой Николо-Песковский переулок, дом 11. В третий день, 20 апреля, по случаю празднования юбилея фестиваля, впервые пройдет необычный музыкальный песенно-плясовой марафон на открытой площадке Измайловского Кремля.
в котором смогут принять участие все желающие. Это настоящее фольклорное изобретение. И такое воистину захватывающее действие с закручиванием хороводов возглавит Иван Кабанов, который является членом жюри. Адрес Кремля в Измайлово. Измайловское шоссе 73Ж. Время проведения с 12.00 до 18.00. Вершиной фестиваля будет праздничный гала-концерт лауреатов фестиваля, который состоится 21 апреля в зале Баженовский Большого дворца музея-заповедника Царицына. Адрес музея-заповедника: улица Дольская, дом 1. Начало 13.00. Тюмени приглашают на школу учителей трезвости, где расскажут о том, кому выгодно отнимание трезвости и для каких целей, а также на примере покажут, как это подавать аудитории. Какими именно средствами пропаганды человека принуждают идти в магазин за отравой и еще радоваться этому. Объяснят, что же такое программа, как она формируется у детей и как это выявлять. Научат, как освобождать себя и своих близких от этих паразитных программ. Отдельно будет проходить практика в тюменских школах с уже известными учителями трезвости, авторами методик. Школа состоится в городе Тюмени по адресу: улица Республики, 171, с 19 по 28 апреля, ежедневно с 18.30, а также в оговоренное отдельно время. Курсы безоплатны для наших народных учителей трезвости. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 18 апреля, вторник. Карма-коррекция или как создать хорошую карму. Автор-сказитель Александр Жарков. 19 апреля, среда. Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду. Автор-сказитель Дарислав Стариков. 20 апреля, четверг. Тренажер правила, мифы и реальность. Автор-сказитель Евгений Кочкин-Штоль. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Все нужно, все важно.